Да. Как вы расцениваете вот то, что происходит сегодня с кинематографом, в частности, с этим фильмом? Очень хорошо расцениваю, потому что я ведь за то, чтобы градус маразма поднять до накала. Да? Публика тупа, и до тех пор, пока одиночные интеллектуалы объясняют весь ужас и весь злобный потенциал религии, да, этим интеллектуалам не верят. Этой публике надо прочувствовать на себе. Примерно такая же позиция у меня, как вы знаете, по поводу Исаакиевского собора, да, что я еще бы 5 штук отдал, только чтобы поднять еще градусы антиклерикальных настроений. Что касается фильма, я сам смотреть не буду, мне он глубоко безразличен, потому что мне глубоко безразличен Николай II, Николай Кровавый. Мне совершенно безразлично, сколько именно фрикций он уделял одной балерине, другой балерине. К тому же мы знаем, что эту балерину все императорское семейство, там, с 5 пенисов. Девушка, кстати говоря, потрясающая, сам не так грохнула себя. То есть все как бы там шло нормальным, естественным путем. Но пусть люди увидят, что пусть все прочувствуют на себе, да, что вот несколько фанатиков злобных и упертых свои собственные представления о прекрасном, свое собственное хобби готовы сделать законом для 140 миллионов. Вот замечательно, что сейчас это происходит. Замечательно, что мы видим это православие в действии. Это касается не только этого, это касается всего остального. Поэтому я как раз за такие ситуации. Если бы я писал сценарий крушения РПЦ в России, у меня бы обязательно была бы героиня, это не Скопоклонская. Вот такая вот маленькая злобная смазливая прокурорша.